Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный туристический поток. Страны подписали соответствующую дорожную карту. Это позволит развивать паломнический туризм. Для путешественников создадут удобства в пограничных пунктах пропуска. К примеру, туристу, остановившемуся в Туркестане, будет легче добраться до Самарканда, а оттуда посетить Бухару. По статистике, с начала года в Туркестан ежедневно приезжают до 100 граждан Узбекистана. Большинство посещают мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави. Страны намерены увеличить количество автобусов по маршруту Туркестан-Ташкент. Карта также включает святые места Шымкента. Новая ипотечная программа для молодежи заработала в Актюбинской области. Определились ее первые участники. Они смогут приобрести жилье стоимостью не больше 15 миллионов тенге на льготных условиях под 5% годовых. Первоначальный взнос составит 10%. Напомним, прием заявок стартовал в конце прошлого года. В первые же дни в областной молодежный ресурсный центр поступило больше 1000 обращений. В итоге комиссия отобрала 40 человек. На реализацию программы в регионе выделили 600 миллионов тенге. Данная программа предусмотрена проходить в течение всего года. Сейчас у нас первая – это пилотная программа. Там будут участвовать 40 человек. До конца года мы планируем еще 100 человек тоже обеспечить жильем через льготное кредитование. Претендовать могут у нас жители, то есть молодежь Актюбинской области от 18 до 35 лет. Молодежь, которая будет участвовать в программе, должны быть государственными служащими, коммунальные государственные учреждения, медицинские работники, учителя. В начале этого года 230 семей из 48 городов округов Подмосковья получили субсидию на покупку квартиры. Государство готово покрывать 35% стоимости жилья. Так работает федеральная программа «Жилища» и подмосковная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Возраст до 35 лет должны нуждаться в расширении не более 10 квадратных метров на члена семьи. Способность погасить 65% стоимости новой квартиры и 35% оплатит государство. В этом году в Грузии с новой силой взялись за борьбу с пластиком. Теперь, согласно новому положению закона, полиэтиленовые пакеты в магазинах запрещены для развесных, сыпучих и мелких товаров. Ограничения на пластик в стране ввели еще в 2018-м. Годом позже власти запретили продажу и импорт пакетов, однако пандемия немного притормозила этот процесс. Пластиковые пакеты, как тара для продуктов, стала настоящим бичом современности. Когда-то они заменили стекло, бумагу и металл. В среднем один человек в год приобретает около 1000 пластиковых пакетов, используют пакет лишь 12 минут, а разлагается он целое столетие. Во всем мире в прошлом году полиэтилен попал в разряд опасных отходов. В Грузии с января, с момента введения нового регламента, уже начались проверки и выявление нарушений в магазинах. Целлофановые пакеты в лесу и на пастбищах стали причиной падения крупного рогатого скота в Грузии. С развитием туризма количество таких вредных упаковок увеличилось в разы. По исследованиям неправительственных организаций, объем упаковочных материалов намного превышает количество сделанных покупок, поэтому сейчас контроль использования вредного пластика в стране возобновляется с новой силой. В 2018 году у нас был принят регламент, основное направление которого – избежать загрязнения природы и сократить использование полиэтилена. Этот регламент направлен на то, чтобы целлофановые пакеты были изъяты из обращения. Мы собираемся присоединиться к международной коалиции, цель которой – к 2040 году ликвидировать загрязнения пластиковыми отходами. Розничные продажи, они еще имеются. Соответственно, ужесточение мер по изъятию таких целлофановых пакетов, это является мерой, необходимой для Грузии, по той причине, что мы, честно говоря, очень даже устали от этих мелких, от этих тонких целлофановых пакетов, которые наносят большой вред как окружающей среде, так и в первую очередь они являются серьезной проблемой для крупного рогатого скота.